Ты в курсе, там, когда ты летаешь, получается, хомачение нужно. My name's Peter. My friends call me Pete. Alley Hoop. Так, что есть, то есть. Yep, that's my name. Ты готов? Ну, давай, я буду за этого. Так, название... Ну, нет, пускай я буду Зютер. У нас у тебя не получилось. Загружается, да. Или пишется ожидание других игроков. Загрузка у меня, брат. Ты от меня не сбежать. О, я, кстати, похоже, мультик помню. Good morning, Brook Hollow. Today is October 20, 1990. This is your news. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. А ты видел трейлер GTA новый? Да, очень классный, мне понравился. И даже по новостям показывали этот, типа, как трейлер. Офигеть, каким новостям? А на букв... Это канал на Z вроде такой, или как он там? Фиолетовая такая буква. У меня есть телевизор, брат. Я когда на работе был, на обеде, там столовый телек висит. И GTA 6 показывали. Короче, это типа Майнкрафт. Только не квадратный. Ну, плюс-минус. Бегаем, крафтим, беремся с муравьями. Мы будем с ним героя играть? Ну, только если вдвоем. Не знаю, может, Егор попозже освободится, и пойдем вместе с Егором. Ты хочешь в героя сыграть или не особо? Да мне вообще без разницы, можем в героя поиграть. Следуйте окрестности. Damn. Where am I? Are those... Тут карта случайно генерируется. Нет. Can't be. This must be one of those prank TV shows. А, мы наносим урон? Да. What are you doing here? Я не знал. As good as mine. Ну, прикольно. Сейчас, если ты будешь выебываться, я тебя могу всегда в спину убить. Получается, да. Кто меня ударил? О, это клещ. Не люблю клещей, я из-за них даже в лес не хожу. Брат, а то сейчас клещ забьет. Все. А у меня камера есть. О, брат. Подожди. Брат. Ой, я сдался. Бля. Ну да, я тоже сдаюсь, что делать. Так.
изменить сложность, возродиться у детского чехла. И что, куда тыкаем? Возродиться на полевой станции, возродиться у детского чехла. Ну, давай у чехла. Все. Вот этот чехол, вот, наверное, от которого мы упали. Ну, ты прав. О, я с камнем. Я, кстати, сложность самую максимальную поставил. Да, тут нас клещи забили. Не, ну клещи вообще опасны, и даже люди умирают. Good, это вот правда. О, брат, пойдем в палатку. Иди за мной. За мной. Не знаю, я какую-то мерзкую воду отвратительную пью. Иди за мной. Брат. Да подожди ты, тут надо еще проходить это. Посмотри, что здесь есть. А как кидать, интересно? А можешь вылинуть на букву Р. Ну-ка. Отойди-ка. А ты от первого лица играешь или от третьего? Да, а ты? Я сейчас на третий переключился. А как? На буковку Ю. Да, я тоже прочитал. Момент, это стой. Блять. Ёбаные клещи. Нет, а третьего прям вообще неудобно клещи забивать. Все-таки до покружения. Лучше так. Иди за мной. Да, я камушек подберу себе. Нужен инструмент более высокого уровня. Да, потом мы их получим. Logic dictates that there are probably more of these stations around. Maybe if I keep searching, I'll find some clues. Категория. Or someone. Подожди, тут можно что-то делать. Тут такой сок обычный. Давай, брат, ну специализируешься по всяким компьютерам и на настройке сети. Серьезно? Ну, в жизни, а. Да. Так, все, у нас муравей пришел, брат. Ну, убей пока что. Чел, это муравей. Не, ну, в принципе, согласен. На какую букву ты кидал? На R. R, все, увидел. Ладно, все, пока там давай. Следующие изменения через 10 минут. Так, он куда-то ушел, брат. Не, ну сдохнуть за первые 2 минуты игры, это, конечно, круто. Слушай, у нас восклицательный знак, что там же горит. Мне кажется, нужно обратно идти. Брат, сможешь меня найти? Найдешь меня? Да, да. Подожди. Я тут на кнопки нажимаю. Все, я упал. In my experience, that's 99% of what using a computer is all about. These things are never gonna catch up. Какая здоровая божья коровка. Я тоже, кстати, ее видел. Я не понимаю, почему сказательный знак горит. Может быть. Ладно, брат, мне пора. Встретимся, когда станем большими. Бил, тут мячик еще валяется. Я сначала даже не заметил его. Как успехи? Нормально. А, ну слушай, тут сверху слева, оказывается, задание есть. Да. Только надо было изучить камешек, а я все другое изучил, кроме него. Ну там теперь только через 10 минут можно.
Да я знаю. А тебе тоже пишется, или ты тоже что-то изучал? Да, я только зашел просто. Ой, там здоровый паук. А, я думал, что там все трясет, давай убьем его. Нет, брат. Мы же сильнее, чем он. Не, ну если хочешь, let's go. Да не, ладно, я верю. Он реально какой-то большой. Мне никогда пауки не нравились. У нас сегодня на работе мышь была, прикинь. Девочка работает. И она думала, что ее глючит. Она где-то как будто тот, ну, слева от меня кто-то бегает. Раз, два, третий раз. А потом она уже это, начала искать, кто там бегает, а там мышь бегала. Блин, офигеть, паук идет, он просто траву все сминает. Откуда у вас мышь на работе? Слушай, не знаю. Но она потом, ее начали пугать, она куда-то убежала в туалет и по трубам. Нормально. Это ты про девочку, да? Хм, конечно. Не про мышь. Мышь дальше работает. А, ну и понятно. Слушай, давай. Я бы тлю забил. Куда тогда? Интересно, кино шанс убить паука. Ну давай проверим, то уже. О, муравей, подожди. Может быть, начнем с муравья? О, тут даже много муравьев. Ух ты ж, ёб твою мать. А, ты когда камень бросаешь, ты его оглушаешь. Брат, я бегу. Ну, не всегда. Ой. Да я же увернулся. Так, беги. Брат, швырнул. Ой, блядь. Ага. А, нам все надо будет возвращаться. Давай о полевой станции. Слушай, я там же. Ну, полевая станция, ты где-то камень не обработал. Ну, я тупанул. Бывает. Прикольно, тут дистанция в сантиметрах мерится. Все, анализ завершен. А, значит, сразу для всей команды анализирую. Теперь можно себе каменный топор сделать каким-нибудь, каким-то образом. Блять, опять эти клещи. Блять, да отъебитесь от меня. Блять, суки. Брат, крою. Да я пока это. Сейчас кину. Сука. Камень. Вот, вот это хуйню кину. Меня. Да? Пойду портфель свой заберу. Брат, у меня муравей опять вышел. Беги. Такой большой муравья боишься. Ну не скажешь, что я сильно больше муравья. Блин, я тут наверх спаникопил. А на правда нужен портфель? Ну не знаю. Там мы же собрали кучу фигню. Не, ну, там вещи лежат. Если ты хочешь себе их получить, ты должен забрать. То есть вообще в жизни вроде муравей не намного меньше паука. Да не, а смотри, какой паук. И смотри, какой тоже муравей. Hey, Mr. Ant. Я только что в упор к муравью подошел, он даже меня не напал. Я даже не заметил его. А тут какая-то желешка лежит. Сладкая капля. Да, тут еще, по-моему, утром, когда роса наступает, можно с веток, типа, водичку пить. Ну, не с веток, а с травы вот эти капельки собирать. А тут, кстати, еще был этот режим вроде выживания, еще какой-то, тут разные режимы. Устраните препятствия для работы лазером. Давай разберемся с лазером.
а не просто бегать. Нам хорошо. Нужно тащить. Это хорошая идея, пошли. Так, вот первый лазер. Сейчас мы выйдем сюда на серединку. Второй лазер. Вот там, видишь, что-то хуёвенько идет лазер. Ну давай по нему камнем ёбнем. Сейчас, секундочку. А, во, вот листва мешает. Сейчас, брат. Я все сделаю. Наверное. Ой, оказывается, падать это больно. Кто там пишет? Мне интересно, как я должен подвинуть лазер. А, нужен инструмент для рубки. Я делаю. Помнишь, топорик уже. Топор, да-да-да. А, все. Нет, что-то... Короче, нужно растительное волокно тут... Сейчас, подожди. Одно, так, три камня и один росток. Да, или брат, сколько, или три ростка, четыре камня. Я все камни скинул, пока пытался листок сдвинуть. О, камень нашел. Так, я готов. У меня есть все. Где делать? Как делать? На буковку S нажми. А-а-а, блядь. Камень, топор. Мне нужна грубая веревка, так. Грубая. Я уже ее скрафтил. А мне нужны ростки, три штуки. Сейчас. Росток. Все. Создать. Требуются недостающие ингредиенты. Растительное волокно. Перейти к элементу. Так, все, у меня есть топор. Куда нужно ёбнуть? Ну вот, то, что лазер мешает. Нет, брат. Вот, смотри. Видишь, там лазер сверху? Ну вот. Вот сюда иди. Вот сверху убеет. Я пока не ёбну себе ресурсов. Так, брат, у нас проблема. Я скрафтил каменный молот, а не топор. Продолжаем. Ну, в принципе, он тоже пригодится. Да, он, наверное, оглушает муравьев. Ой, блин. Кстати, вот они и пришли. А, если их не трогать, то все хорошо. Есть такое. Они добрые. Блин, муравьи классные. Вот, подожди, сейчас мы все сделаем. Может, у тебя будет топор, а у меня будет молот? Да, это очень хорошо. Мне вот интересно, как ты так наебался. Ну, брат, не знаю, может, я болею, может, поэтому. Все. Я готов. Ей, я траву срубил. Один лазер остался. А он почему не горит? Может, то, что там нужен молоток теперь? Не, он ослаблен. Может быть, тут что-то повернуть можно. А, брат, я понял, почему. Скорее всего, внизу теплоты. Тут, наверное, что-то с проводами. Я тебе как айтишник говорю. Как сисадмин старший. Верно? Посмотри, видишь, что? Они все горят электричеством, а это не горит. Все, брат, я скрафтил топор. А зачем? Да пускай будет уже. А так, как там сюда? Напряжение дать.
Надо подумать. Ты долбишь почему-то? По всему, да. Тоже попробую. Мне не помогает. Кто ведут эти провода? Так, короче, я пойду оттуда, куда лазер стреляет. Слушай, о, а мы с тобой мыслим одинаково. Я только хотел сказать про это, и ты сразу. Хоть нам туда ничего не показывает, никакой знак, но... Потому что там ничего сделать нельзя оттуда. Я сюда, что ты... А, вот она рядом. Эй, лучше оставайся на месте, маленькая красная насекомая. А чё он так дымит? Как будто туда нельзя наступать. Короче, вот эти жуки, сорянь, грызут провода. А, вот, смотри. Как убить. Ну все, пошли на самый верх. Блин, как ты прошел, я упал. Бля, брат, я ж в КС играю. Ну, играл. Интересно, а там еще лучник нормально не горит? Может быть, уже не надо на самый верх? Ну, пока еще не написано ничего. Ты забрался, я тоже. Я понимаю, прыгать не самый лучший, да, вариант? Ну, если вот так. Хочешь, я тебя подсажу? А, подожди, там еще жук, я вижу. Грызет, мы не всех убили. А, мы пошли наебашь ему. Как ты уже здесь оказался? Ты че, ёпта? Как это ты делаешь? У меня слишком мало хп, чтобы экспериментировать. Ну, куда идти? Изготовить факел. Да, я согласен. Там темно, ни хера не видно. А, у меня кусок сухой травы нужен. На звук сейчас найдем, его наебашим. Сейчас факел я изготовлю. Ладно, я не готовлю. Пойдем так. Ладно. Сейчас. Там клещ я наебашил. А ты меня поднимешь? Подожди, брат. Много понял. Хорошо, брат, я понял. Ай, там много, два. Так, все, подожди. Блять, я у чехла резнулся. Зато у меня молот в руках. Я тоже. Что есть. Бля, как же я ненавижу этих клещей. Воу, look at the size of that ant. Honestly, I'm just glad he's not big enough to squish me. Вот я тебя не трогал, муравей. You and me both. Видишь, они не все добрые. Бля, вот чё-то где-то ебался. О, мы плавать можем еще. Да, и под водой тоже. Я хочу найти сухую траву. А, вот она, сухая трава, ее срубить нужно. Топора у меня уже нету. Наверное, можно скрафтить. Факел, я нужен. Короче, надо просто бежать и все поднимать. Сейчас все будет, братик. Мы сейчас все сделаем. Так, раз. Что мне нужно для факела? Сухой трава я нашел где? Сок, бля, у меня был сок.
Росток, сок. В идеале это дойти до рюкзака, поднять. Ladybug coming through. Тут ползет божья коровка. Интересно, если по ней ударить. Ой. Блин, братик, а ты знал то, что божья коровка, оказывается, не любит, когда ее видят? Кстати, она вроде сильная. Ёб твою налево. Ты что сделал? А я тут при чем? Бля, брат. Давай, конечно, сам там разбирайся. Она забудет про меня? Что? Боже, коровка забудет про меня, все. Мы с ней подружились. Мы с ней нашли общий язык. Она внизу, я по листве. Так, давай факел сделаем сейчас. Или ты сделаешь? Ну, делай пока, если есть возможность. Скажу, факел. Так, нужно еще один. Там, брат, кусок сухой травы. Нам предлагают найти место для ночевки. Нет. А где взять сухую траву? За плечо, все мокрое, сука, набираю. Нет, там вот эта желтая трава, которая растет, это паром надо хуярить. Да нет. Да-да. Ёбаные клещи, ёбаные клещи. А, бля, братик, кажется, ты прав. Да-да. Все, я подобрал свой этот рюкзак. Я рублю. Я получаю сухой кусок травы. Все, теперь получается могу крафтить факел, да? Брат, я создал факел. Все, брат, у меня есть факел. Мама говорит, что свет ее жизни, что? Что я свет ее жизни, что он имел в виду? Слушай, я так и не понял. Все, брат, я уже все. А-а-а, это. Сейчас. Сухая трава. Все, брат. Кажись, найдено. Все, я понял. До меня дошло. Если справиться. Я нашел сухую траву. Брат, ну я перебил клещей и. Так, тогда я могу идти тоже. А где мой рюкзак? Портфель. Брат, а ты где? Я. Ёб твою налево! Ты точно на клещей, брат. Игра мне намекает, что должен себя действовать как в стиле Dark Souls. Типа, постоянно уворачиваясь от ударов. Я нашел чего-то. Брат, я наебашил. Подожди, я иду. Ну да, без факела мы сюда не дошли бы, конечно. О, привет, брат. О, а вот тут топор нужен твой. Камень. Погнали. Давай, ты сможешь. Маленький. Листюк. Спасибо, что подбодриваешь меня. Я тебя камнем переебил, когда ты верхний сбил. Я тоже так подумал. Все, я забрал твой камень, идем дальше. Ну зачем так сделать? Сейчас, подожди, брат. Я тут нашел кое-что. I don't see a foot. Что здесь по земле, брат, копается? Scabby, additional flavor scheme available. Да не, навряд ли. О, подожди, так, пусть меня отвезут в ваш интерфейс. Потом. Как это сделать? Tab. OS. А, вот, да, видел. Пластика, ночь. Там ночь. Ага. ЖК дисплей. Ладно, похуй. Ты
все, луч. Заебись светит. А где мы будем строить навес? Может, рядом с лабораторией? Мы тут что-то должны построить. Ну да, навес, базу, все дела. Бля, у меня написано пей или умри. О. Ты, в принципе, не одинок. Ладно, буду пить из грязного источника. Выпей мерзкую воду. О, я просто ударил по траве и упал капля. Ну, значит, тебе повезло, наверное, в траве была капля. Да, брат. На мне твое везение. Что ты сделал? Ловко активировал. Ты без меня станешь большим? Да. Ладно, спойлер, ты не станешь. Я знаю. Пеном дерево. By that, do you mean that far-off explosion, avalanche, kaboomy sound? So you heard it too? Ну что там скоро? Да, я рядом с тобой уже. Блять, опять пей или умри. Блять, есть каплика нормально где-нибудь? Да. Вот, смотри. Иди сюда. А вот она висит. О. Брат, я не успел ее выпить, она упала. Ну да, все верно, она падает, ты подбираешь, пьешь. Я не успел ее выпить, она убежала, брат. Ну, в принципе, такое бывает. А, там написано ешь или умри, а не пей, господи. Ой, дебил. Что происходит? Все, я поел каких-то грибов.